Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня на обзоре самый недорогой внешний бокс, и это бокс от компании Orica, моделька 25PW1U3. Кстати, данный внешний бокс можно купить по хорошей привлекательной цене, по очень низкой цене на AliExpress. В официальном магазине ссылочку оставлю ниже. А если вы еще и примените специальный купон, то до конца октября вы еще купите его со скидкой. Но это вообще будет очень дешево. Сегодня внешний бокс на обзоре. Да, очень интересно. Особенно, да, на самый дешевый внешний бокс. Пластиковый. Упаковочку видим. Почта России у нас потрепала. И вот он. Вот он, друзья. Вы увидели сейчас анбоксинг. Вы увидели сейчас установку внутрь. SSD от Kingston, да, все как положено, потому что, а как иначе его тестировать? Да, можно было сюда воткнуть и жесткий диск, но, во-первых, его нужно было бы искать, а во-вторых, ну, какие бы мы там скорости увидели с вами? Не очень. А с SSD накопителем мы с вами увидим максимум, тем более внешний бокс вот такой вот компактный, очень удобная штука, не мне вам об этом говорить, когда вам нужно подключить SSD, а, допустим, SATA разъемы у вас все заняты, или вы не хотите выключать ПК, или вообще нужно подключить к серверу, который просто так не выключишь. И вот здесь тогда на помощь приходят внешние боксы, коих сегодня на рынке очень много, вообще каких только нет. Ну и Orica не дремлет и делает вот такой вот самый дешевый, самый простой внешний бокс, который мы сегодня с вами и протестим. Разъем microUSB 3.0, все как обычно, провод у нас есть в комплекте. Ну и, конечно же, самое интересное, что этот внешний бокс можно купить вот с таким вот USB хабом в комплекте, еще и по очень низкой цене, так что рекомендую. Ну а мы давайте переходить к тестам. Ну а на официальном магазине Orica Official Store в наш внешний бокс сегодня стоит 420 рублей. Есть различные цвета, различные кабели для подключения. Ну и, конечно же, есть различные функции. Например, я выбрал внешний бокс вместе с дополнительным USB хабом, который мне очень пригодится. Что касается внешних боксов, отзывов 482, 95% 5 звезд, 4% 4 звезды и 1% всего 1 звезда. Все. Никаких негативных отзывов здесь нет. Все супер, все просто, дешево и все работает. Ну что, давайте подключать наш внешний бокс Orica 25PW1U3. Внутри у нас установлен, как вы могли увидеть, Kingston A400. Ну и пробуем. Подключили. Все у нас заработало. Синий индикатор у нас загорелся. Итак, давайте запустим Crystal Disk Info, сразу же посмотрим, определился ли наш SSD накопитель. Да, определился вполне себе корректно. Все супер. Температура у нас отображается, значит, ну, на всякий случай запустим и CPU ID Hardware Monitor. Хотя, в принципе, здесь это будет излишне, потому что тестировать мы будем пластиковый внешний бокс. Что ж, супер, я уже проделал тесты напрямую при подключении через SATA интерфейс. Все результаты я здесь закрепил и будем от этого и отталкиваться. Что ж, через переходник у нас подключен. Ну а теперь через переходник Crystal Disk Mark ждем результаты. Ждем завершения тестов Crystal Disk Mark. Ну и давайте сразу же запустим результат, который у нас был напрямую при SATA подключении. Да, снижение скорости у нас есть. 100 мегабайт в секунду по чтению. 60 получается мегабайт в секунду по записи. В принципе, ничего критического я здесь не вижу. Случайно 4К 27 мегабайт в секунду против 41, и это все связано именно с конвертацией из SATA интерфейса в USB. На тесте AES SSD Benchmark у нас тоже снизилось количество итоговых баллов. Проверяем с тем, что было. Так, смотрим. 841 было, стало 535. Все тоже здесь ожидаемо. Ну и, конечно же, на тесте ATO Disk Benchmark у нас тоже есть снижение по скоростям. Все это связано с конвертацией SATA интерфейса в USB. Да, действительно, было 43.55, стало 13.14. Здесь можно не спорить. Ну и смотрим, что нас ждет на тесте Adja Video Systems.
421, 426, а было у нас 484 и 528. Что ж, давайте посмотрим, что нас ждет на тесте 3D Mark. И в игровом тесте 3D Mark мы с вами получаем 690 баллов против 981, как это было у нас при прямом подключении внутреннего SSD накопителя. Что ж, интересно. Результаты мы с вами получили, но осталось проверить, как наш SSD будет вести себя на тесте реальной записи. И давайте выполним оптимизацию. Сделаем паузу 15 минут и перейдем к тестам. Ну и теперь точно так же будем копировать папку Render объемом 100 гигабайт. И давайте смотреть, какая же у нас будет разница. 350 мегабайт в секунду — реальная скорость записи на наш SSD, и это очень даже достойный результат, потому что если мы посмотрим то, что было у нас на прямом подключении, было на 100 мегабайт выше. Для USB подключения 350 мегабайт в секунду — это прямо красота. Что ж, я думаю, по внешнему боксу все понятно, и на тестах все. Хотя нет. Ну а сейчас давайте подключим наш внешний бокс через USB хаб, который был куплен точно там же, в Орика. Все супер. И просто сверим, будет ли у нас какая-либо разница на тесте. Ну и в итоге вы можете увидеть, что разницы-то у нас и нету с тем, что было, и с тем, что стало при подключении через хаб. Скорости, как можете увидеть, налицо. Не будем дожидаться завершения у нас случайного нагрузки на SSD. Все супер. А сейчас давайте мы с вами попробуем также скопировать папочку Render объемом 100 гигабайт. И посмотрим, что же у нас будет по реальной скорости записи. Все те же 350 мегабайт в секунду. А значит, USB хаб у нас никак не влияет на скорость. Но это у нас при подключении с торца через 5 гигабит в секунду интерфейс. На упаковке было написано, что верхний разъем у нас якобы имеет USB 2.0 интерфейсы, то есть три разъема, которые находятся не с торца, а сбоку. И давайте-ка мы с вами точно так же сейчас попробуем что-либо записать. И вот здесь уже, да, действительно, несмотря на то, что там разъемы у нас покрашены в синий цвет, там все-таки у нас скорости USB 2.0. Поэтому используем разъем с торца, и будет нам счастье. Теперь точно все, давайте подводить итоги. Тесты сделаны, результаты получены, и ожидаемо скорость у нас чуточку ниже во внешнем боксе, чем без. Ну, конечно же, на этом складывается конвертация из SATA интерфейса в USB, и здесь ничего особенного нет. Скорость у нас ниже, то есть по тестам, у нас на тесте реальной записи скорость ниже на 100 мегабайт в секунду, 450, там 460 было при прямом подключении SATA, и если мы подключаем через внешний бокс, то скорость у нас снижается до 350 мегабайт в секунду, и это все равно быстро для USB подключения. Все равно вы сможете комфортно работать с данными на SSD, подключенным через внешний бокс. Даже поиграть можете, все будет нормально. Также мы с вами проверили подключение через вот этот вот USB хаб, где у нас с торца располагается самый быстрый разъем, то есть это у нас напрямую USB 3.2 Gen 1, а вот эти вот три, несмотря на то, что они синего цвета, это у нас USB 2.0 разъемы. И покупая в комплекте, вы достаточно хорошо экономите. То есть USB хаб у вас тоже получается по очень привлекательной цене. Напоминаю, что по этому купону, который вы сейчас видите на экране, до конца октября действует скидка. И купить и так самый дешевый внешний бокс можно еще дешевле. На этом, я думаю, все.
Внешний бокс действительно вещь удобная, нужная, особенно когда он самый дешевый, поэтому смело рекомендую к покупке. Ну а на этом у меня все, обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про сайт про SSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока! Ну и для тех, кто до сих пор не знает, где можно купить по очень низкой цене этот внешний бокс, а еще и в комплекте с USB-хабом, ссылочка на официальный магазин Orica на AliExpress внизу.